зовут Соня. Меня зовут Саша. Мы сегодня выберем и посоветуем вам книжки. Идем! Я выбрал книжку «Гарри Поттер. Тайная комната», потому что она мне понравилась тем, что есть много тайных, непонятных вещей, а также тем, что она очень большая. Я люблю большие книжки. Я советую прочитать эту книжку всем, кто любит жанр фантастики. Я выбрала эту книгу, потому что я люблю энциклопедию про человека. В этой книге рассказывается про особенности человека, с чего состоит человек, его внутренние органы. Особенность этой книги то, что здесь 3D-картинки. Я советую всем прочитать эту книгу. Она очень интересная. Я выбрал эту энциклопедию про море, потому что в ней рассказывается про разных мореплавателей, про устройство кораблей. И то, что помогало морякам определяться, где они находятся. Привет! Привет! Ну что, Саш, я уже выбрала себе книгу, энциклопедию, рассказала о ней зрителям. А ты? А я выбрал не только фантастику, а и энциклопедию. Ну что, нам пора прощаться с нашими зрителями? Да. Пока! До свидания! Thank you.